В Ярославской области вновь задержаны незаконные мигранты. На этот раз сотрудникам областного УФМС попали 7 таджиков и 4 узбека. Все работали в одной из деревень Ярославского района. Граждане солнечного Таджикистана перебирали овощи на складе. Узбеки трудились в теплицах. Разрешения на работу или патента ни у кого не было. Кроме того, трое нарушили режим пребывания. Теперь все заплатят штрафы. Общая сумма составляет 28 000 рублей.